Там где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Часовня Ксении блаженной, как свечечка горящая во мгле, душой усталой и изнеможенной ты припади к нам, Олиной стене, ты припади к нам, Олиной стене. Поведай матушке все горести земные, пролей слезу с молитвою своей и упроси заступницу святую быть скорою помощницей твоей, быть скорою помощницей твоей. Благословенный, покуда ты живешь здесь на земле, стоит часовня Ксении блаженной, как свечечка горящая во мгле, как свечечка горящая во мгле. Поведай матушке все горести земные, пролей слезу с молитвою своей и упроси заступницу святую быть скорою помощницей твоей, быть скорою помощницей твоей. Быть скорою помощницей твоей. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». И я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас снова в гостях Лилия Евсеева. Добрый день. Слушая вашу песню, вслушиваясь в ваш тембр голоса, в тембр гитары, такое вот у меня лично умиление в сердце возникает. Видно, что вы прониклись любовью к этой святой нашей Санкт-Петербургской, Ксении Блаженной, которая близка, в основном, я так понимаю, что близка именно женщинам. Это святая. И своим подвигом, и своими молитвами, своим образом. Вот сегодня у нас вот такая тема, вы предложили тему, да, святые, женщины, петербургские святые. Наши, да. Вот, что вы можете... Вот, ну, не случайно я, наверное, начала именно с этой песни, вот, передачу, поскольку Ксения Блаженная, она, конечно, занимает такое в душе, ну, достаточно место, я бы сказала,
ну, даже святое, потому что она святая, да, и нет ни одного храма, вот поскольку я много сейчас стала ездить по городам России и ближнего зарубежья, ни одного нет храма, где бы не было ее иконы. То есть вот это такого масштаба великая подвижница, которую знает вся Россия. И я вообще думаю, весь православный мир. Да? Вот. И это милость Божья, что она именно в этом городе подвязалась вот этим подвигом юродства во Христе. И, конечно, это на женские плечи возложить такой подвиг, но это не каждый мужчина сможет. И я читала ее биографию, я люблю бывать на вот месте, где стоит эта часовня, поклониться, помолиться. Но песня, которая прозвучала, она вот написана не на мои стихи. Я написала ее на стихи Галины Любимовой. И несколько песен в репертуаре есть написаны на стихи Галины Любимовой. Это имя я для себя открыла и хочу открыть для многих людей, поскольку стихи очень духовные. И мне нравится писать на ее стихи. И если Бог даст, вот наберутся песни на альбом, и в Лавре мне бы хотелось именно в Александро-Невской Лавре сделать в Свято-Духовском центре такой вечер памяти, вот посвященный творчеству Галины Любимовой. Она умерла? Да, ее в живых нет. Ее открыла мне, для меня, дочь Галины Любимовой. Это матушка Фатиния. Она вот матушка протоиерея отца Александра Воскобойникова, храм, куда я хожу, посещаю. Это вот храм святого апостола Петра на Искровском проспекте. А, да, брат отца Николая, да? Воскобойникова, который в Финляндии, да, в Хельсинки? Ну, нет? Вот я не знаю этих там семейство, тонкостей, но знаю, что родной сын Галины Любимовой тоже служит в этом храме, это протоиерей отец Олег. Так что вот, вот так вот открылось. А созвучно, да, вашему внутреннему устройству? Да? Да, конечно. И когда я прочитала это стихотворение, а мы все помним вот часовню, которая стоит, на самом деле, когда приходишь на Смоленское кладбище, да, бывает же разная погода, и зачастую это петербургская погода, какая-то сырая, дождь идет. И вот действительно этот купол часовни, эта свечечка, вот, которая горит во мгле, и все страждущие туда приходят и получают исцеление и облегчение, и поддержку вот скорой такой помощницы. Я бы еще хотела вот сказать о такой некой, ну, что ли, тайне, которая произошла со мной возле часовни Ксении Блаженной, когда вдруг несколько лет назад я поехала туда, ну, как бы получить благословение ее на новую жизнь. Вот мне почему-то такой этап в жизни наступил, что показала, что начинается новая жизнь. И там я получила даже вот благословение свыше, с чего все и началось. Так что для меня это очень значимая святая. Знаете, вот если себе вообразить, идешь по Петербургу, что по этим вот и мостовым, по этим дорогам, по этим путям ходила Ксения, по этим улицам. Интересно, как бы это было, как бы сейчас это выглядело, да? И, наверное, она незримо все равно присутствует здесь, и по молитвам появляется в домах, да. Я знаю, у меня очень много знакомых и семей, которые молились Ксении Блаженной, и, значит, и они обещали торжественно, что если у них родится дочка, то они их назовут Ксенией. У меня таких очень много случаев, и я знаю очень много маленьких Ксений. Вот. Которые по молитвам Ксении Блаженной появились на свет. А я вам хочу сказать тоже такой вот пример привести. Моя племянница долго не могла иметь детей. И она приехала ко мне, значит, вот из Донбасса в гости как-то. И мы пошли с ней на, значит, вот к Ксенюшке. И она очень молилась. Она там так страстно молилась, что она тоже сказала, если будет дочь, я назову Ксенией. И она звонит мне через какое-то время, слава Богу,
значит, вот Господь послал ей ребенка, но тогда еще она не знала, и когда узнала, что будет мальчик, она говорит, ну как же так? Я же вот простила и говорила, чуть ли не обед давала. Но знаете, ее так хорошо успокоила, я ей сказала, что, ну а что ж ты переживаешь? Она же-то называлась Андреем Федоровичем в честь своего супруга, так что все хорошо, вот тебе и Андрей. И так и назвали Андреем. У меня знакомые, детей не было, молились, Ксении Блаженны. Потом отчаялись и, значит, и взяли себе двух детей из детского дома. Угу. Как только взяли двух детей, и рождается у них Ксения. И теперь у них трое детей. Здорово. Они, ну, не было никого. Вдруг такая куча детей сразу на них обрушилось. Вы вот очень хорошо сказали, трудно себе представить в современном мире идущую Ксению, да? Да. Я тоже, честно говоря, не могу себе это представить. Наверное, силы духа той, которая была у подвижниц того времени, в современном, но каком-то мире, может быть, и нет женской силы такой духа. Повторить такой подвиг, ну, это, наверное, только могут избранники Божьи. Видимо, сейчас другое время, мы по-другому как-то вот должны подвязаться. И даже то, что пережить те скорби, которые на нас вот в современной жизни, да, все время находят, и вот те испытания совести, веры, это же каждый день мы сталкиваемся с этим. Да, да. Особенно, ведь очень сильное противостояние идет. И со средств массовой информации, посмотрите, какой образ жизни пропагандируется и так далее. И сегодня выйти на улицу и вот так вот противостоять этой толпе, наверное, это невозможно. У меня такое ощущение, что просто, ну, разорвали бы этого человека. Там, как раньше апостола там, Павла, камнями били и так далее. То есть, в общем-то, достаточно агрессивное, как мне кажется, сегодня общество. Ну, у нас вот такую женщину... Пекли сразу психушку, сначала милицию. Да, да, да. Все, что угодно могло бы произойти. И, наверное, может быть, Господь и не дает вот такого масштаба подвижниц, что может быть, достаточно в какой-то степени противостоять хотя бы каждому, да, из нас, по мере своих сил, вот, вот тому злу, которое есть. Вот, даже нам, если устоим, уже хорошо. Но нам мне только, так кажется. Только бомжи напоминают об этом состоянии, да? Ну, да, они тоже, конечно, разные бывают. Мне все равно их жалко. Мне вот такую жалость они вызывают, всегда жалость. Ну, а также вот представьте себе, да, тоже идет святая босиком, да, с иконочкой на груди, в белых одеждах и молится за весь мир. Весь мир. Вы хотели еще рассказать об одной святой? Да, как раз... да, вот такие даже не то что параллели, они почти в одно, ну, с небольшой промежуток времени жили. Это очень хорошо, что у нас в Петербурге есть своя матрёнушка, своя молитвенница. Все знают Матрёну Московскую, но есть и Матрёна Босоножка. Да. Матрёнушка ее называют, да, вот так вот любя. И действительно, это была тоже большая подвижница. Она умерла в возрасте, ну, по одним источникам, 91 год, по другим 97, в 1911 году. Мы имеем возможность приехать поклониться тому месту, где она похоронена. А это подворье Зеленецкого монастыря на проспекте Обуховской обороны. Да здесь рядом. Просто здесь рядом, совсем рядом, да. От Лавры. Проспект Обуховской обороны, 24. И на берегу Невы похоронена Матрёнушка Босоножка. Сведений о ее жизни, ну, крайне мало. Но то, что это была очень почитаемая святая в Петербурге, говорит о том, что ее хоронила 25-тысячная толпа народу. То есть столько людей собралось, когда она умерла. Ее знала хорошо царская семья. Императрица Александра Федоровна, когда Матрёнушка умерла, прислала на могилу огромный венок. И это была такая подвижница, которая действительно зимой и летом ходила босая. Она никогда не носила обуви. И не имея крова над головой, всегда была в чисто белых одеждах, как символ такой вот ангельской чистоты. Это удивительно. Когда смотришь ее фотографию, то, ну, диву даешься. Вот эти морщины, которые на ее лице. Но это такое мудрое, такое вот духом, вот святым духом пронизанное вот
вот лицо, что замираешь вот перед этой фотографией. И мы знаем, что она 4 раза была в Иерусалиме. Уж как она туда попадала, не знаю, но она приняла постриг. И когда Матрёнушка умерла, нашли вот эти монашеские атрибуты у нее, она была схимонахиня Мария. То есть вот, вот, да, вот такое интересное было такое открытие. И я тоже люблю бывать в этом месте. Однажды, когда я туда приехала, лето было, замечательная погода, солнечная, после причастия, вдруг, значит, вот к Матрёнушке. И там такая скамеечка есть у ее могилки. И сзади, за спиной Нева, вот впереди тут Матрёнушка, храм перед тобой. И ощущение вдруг возникло вот этого вневременного пространства. И через какое-то время пошли стихи. Просто сверху ручка, тут же стала записывать, приехала домой и дописала. И получилась песня, которая называется «Белый ангел». Здесь времени нет, оно растворяется где-то в молитве немой, что из сердца идет, и в том, что во славию Божию спета, и в тех, кто уже никогда не умрет. Зимою и летом всегда в одеянии белом, смиренно блаженно я подвиг несла. И русскому люду, богатым и бедным, сестрой во Христе милосердия была. А на часовой всегда на посту твоем, Боже, израненным душам на помощь спешит. Ступала на землю ее босоноже, с небес белый ангел над нами парит. Зимою и летом всегда в одеянии белом, смиренно блаженно я подвиг несла. И русскому люду, богатым и бедным, сестрой во Христе милосердия была. Где-то в молитвах святой, что о каждом из нас. Здесь Божья душа вдруг наполнилась светом, чтоб он никогда в ней уже не погас. Зимою и летом всегда в одеянии белом, смиренно блаженно я подвиг несла. И русскому люду, богатым и бедным,
сестрой во Христе милосердия была. Зимою и летом всегда в одеянии белом смиренно блаженная подвиг несла. И русскому люду, богатым и бедным, сестрой во Христе милосердия была. Сестрой во Христе милосердия была. Офи, Господи, не знала Матрона Босоножка, что через много-много лет Лилия Евсеева споет от песни в Александра Невской лавре. Да, вы знаете, и... Память, да, человеческая? Вот промысел Божий очень интересен. Интересный всегда для нас, да, открывается. Вот, действительно, Матрёнушка. Причем на тот момент, когда я писала эту песню, я не понимала, почему я о ней пишу. Я не могу сказать, что это была святая, которую, ну, как-то я очень молилась, и много там особое тоже место в сердце занимала, как Синюшка, да. Этого не было. Я не знаю даже, почему родилась эта песня. Вот приехала туда, мне там было хорошо. Я молилась, о чем-то я просила ее. И вот такой подарок, что я уехала от нее с песней. Интересно то, что я стала ведь проповедовать, рассказывать о ней. В те города России, куда я приезжаю, ведь свидетельств о ее уже помощи собрано много. И наш владыка Тихвинский, Владимиропольский Мстислав, епископ Мстислав, он, я так понимаю, делает все, чтобы ее канонизировать. И мне владыка дал очень много книжечек, брошюр разных. Когда я еду в разные города России, я рассказываю о нашей еще одной святой. Для многих же это открытие, даже для живущих в Петербурге людей. Да. Не все знают о ней. И я дарю вот эти книги, ролик, вот, который телеканал «Союз» снял, замечательный ролик, да, под эту песню. То есть я вам хочу сказать, что интерес к ней очень большой проявляется. Всего то есть, вот, это здорово. Я хочу с вами тоже поделиться песней. Угу. Тоже у меня ассоциации с белыми одеждами, белым цветом, белыми крыльями. У меня песня из «Белой птицы». С удовольствием. Белые, белые птицы, легкие, как печаль, в окна моей темницы будут с небес кричать. Окна мои открою я для далеких птиц, будут смотреть со мною на белизну страниц. Спасибо, Господи. Да. Такой образ. Который раз слушаю вас и все больше и больше открываю ваше творчество. Ну, конечно, вы просто лирик замечательный такой. Эту песню я написал, не будучи еще христианином, до крещения. Но душа уже стремилась. Душа же искал христиан. Образы. Вот такие образы, как Ксения Блаженная и Матрона, Босоножка, такие светлые, они ангелы на земле. Да, да, недаром «Белый ангел» назвала я песню. Конечно. Ну, вот тоже хотела еще сказать, что вот тема вот этого женского служения, да, ведь, по сути дела, это миссионерская такая деятельность, которая вот началась... Ну, женская, я имею в виду, миссионерская деятельность. Я все примеряю на себя, на свои, да, женские, так сказать, плечи.
Жон Мироносец, по большому счету. Они первые стали проповедовать о Христе, и первые пошли в народ. И потом уже вот очень много подвижниц таких, именно женщин святых, мы знаем, которые вот послужили именно Господу исповеданием вот своей веры. А вы что-нибудь нам еще споете? Первая часть нашей передачи подходит к концу. Завершить вот первую часть. Да, конечно же, то, что происходит с нами, и то, что было дано святым, в первую очередь дается по молитвам. Если человек молится, если взывает Богу, просит, и просит в том числе и послужить, да, во славу Божию, то Господь, в общем-то, дает этот дар. И много молитв написано. Многие молитвы открываешь на протяжении своего жизненного пути. Не так давно я открыла для себя молитву архиепископа Иоанна Шаховского. Она меня потрясла своей простотой и в то же время таким глубоким содержанием. Даже когда я первый раз пела знакомым свою песню, они не поняли содержание, они сказали, что-то там не так. Ну, как-то люди не поняли суть молитвы, да, не чтобы меня любили, а чтобы я любил, как это, чтобы там меня не любили и так далее. То есть вот дойти до такой духовной высоты, наверное, не каждому дано, но стремиться надо. И на основе этой молитвы я написала песню, которая так и называется «Молитва». Господи, Боже мой, удостой меня быть оружием мира Твоего. Любовью ненависть покрыть. Где обижают, там простить. Где ссора, там соединить. Где горе, радость подарить. Заблудшим правду говорить, отчаянным надежду дать. И там, где тьма, там свет вносить, сомненья верой побеждать. Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, а чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, а чтобы я понимал, не чтобы меня любили, а чтобы я ибо тот, кто дает, тот получает, кто себя забывает, тот обретает, тому простится, кто прощает. Кто умирает, тот воскресает. Спаси, Господи. Дорогие мои, на этом наша первая часть нашей передачи подошла к концу. С нами была Лилия Евсеева. Боже всем благословение, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. Ждем новых встреч. Спасибо, Господи.